Вот он. Держи, я чуть по-русски поговорю. Надеюсь, не забуду. Здравствуйте. Привет всем. Солнечной Грузии, как говорится. Так, ты, походу, еще машину снимай, и я буду разговаривать, рассказывать. Короче, что можно насчет меня сказать? Иди с разги. Короче, вот такой аппарат собрали в Грузии. Двери открываются как на Макларене F1. Здесь там все будет делаться, ремонтироваться, ставиться на свои места. Короче, кто меня смотрит, кто понимает, тот оценит. Труд сколько туда вложено. Как видите, вообще с такими смешными инструментами все это делается. Инструментов практически нет. Одна болгарка и дрель. Да. Все это делалось с гипса. Дальше снимались эпоксидные матрицы. Да, потом уже выливали основную форму. Преимущество первое. Давай вот переднюю восьмую. Короче, как вот здесь вот в механизме видно, получается, пружин нету, амортизаторов нету, они находятся внутри, в корпусе двигателя. Это поможет разгружает неподрессованную массу, колесо получается легче и оно более послушное. Двигатель расположен за передней осью, пассажиры сидят перед задней осью, так скажем. И это все дает, там, центр тяжести образуется посередине автомобиля. Был бы удар, конечно, было бы не больше бы мог рассказать насчет этой машины. Жаль, надо было успеть. Короче, безумная смесь адреналина, легкого веса, мощного двигателя. Да, все это подогнать, блин, зазора. Четко сидело, очень много трудов уложено. Ну, естественно, есть очень много планов. Да, или за лицо не снимать. Очень много планов, которые будем приводить, как говорится, в реальность воплощать. Да, ну там все это будет меняться, это временно чисто, чтобы машинка была на ходу, чтобы мы ее эксплуатировали, проверяли. Очень много труда, каждый сантиметр приходится вылизывать, вышкуривать, приводить в порядок. Очень кропотливый, сложный труд. Да. Ну, по окончании, я думаю, будет игрушка высшей степени. Здесь еще не доделаны будут дифузоры. Это все потоки воздуха, чтобы снутри выкидывались. Пол идеально ровный. Как бы с Формулы 1 с проекции скопировали. Ну, много чего украли. Если можно так выразить саги. Да. Сейчас сделали матрицы стекла. Будем стекла заливать, и чуваки оставили. Короче, на полпути оставляю машину и убегаю. Да. Большая вещь. Что еще можно насчет нее рассказать ребятам? Сейчас ждут в Донецке, интересно всем, что мы тут понаделали. Ну, очень сложно, если... А, ты инструменты сними, какими инструментами. Болгария, блин. Хорошо, что еще с Донецка набор нового привез, а то тут вообще делать нечего было бы. Да. Ребят, если спросите, почему так долго делается, это кто понимает, кто занимался, кто делал, тот поймет, что это не пятиминутная работа. Все подогнать в идеальное состояние, это очень сложно. Много труда. Самое главное, еще работать не дают. Приходят, рассказывают, какие свои идеи предлагают. Короче, тут еще антикрылья пойдут, всякие капельки рядом с ровом. Очень много всего еще надо делать на этой машине. Мамук! Один сними меня. Вы что, электроким чурдеба, эй? Сейчас изгар вообще, да? Чао, будем проводкам нашей ГРТ-видео.
А, покрышки, снегисары, это еще те покрышки, которые вместе с ударом они покупали. Сиденья анатомические на Яве внесли. Да. Да, еще вот эти все нюансы сниму. Короче, вот так вот, я надеюсь, видно все эти штрихи. Вот это, скажем, эти внизу все вот просто сейчас оно не видно, это все загрунтовано. Вот здесь есть всякие эффекты, и вся машина полна такими красивыми моментами. Когда это все покрасится, будет очень идеально и красиво выглядеть. Но это все еще грубая топорная работа, которая должна завершиться. Сзади спойлер маленький. Ну, тут еще второй будет идти, короче, тут до хрена работы. Жалко, утара одного оставляю, но просто безвыходное положение. Надо срочно ехать. То есть, пока эти петли на место посадили, целая история. Но это все будет приводиться в порядок. Здесь сетки будут. Эффект капота постараемся сейчас зафиксировать. Вот, если сверху, и вот как видно, вот сбоку оно имеет маленькое пузо. Вот на видео может так хорошо не будет видно, но постараемся. Короче, вот овал вот этот вот. Сколько трудов, блин, вложено, с ума сойти. Фары в Донецке покупали. Тюнинг Сити. Ребята знают такой. Блин, аккумулятор забрали, а то сейчас завели бы. Это все стекло, все это ручная работа. Короче, ты прикинь, сколько всего делаем, маги. Интересный момент, не? Давайте я тоже на память сниму, братуха. Поздоровайся. О, это неоднократный чемпион Грузии. Чтоб в курсе были, ну. А чё? Гордость наша, ничего себе. Отец вообще 19 лет чемпионом Грузии был. Никто еще рекорды не побил, Гагик. Да. Жаль, обидно оставлять. А это мое несчастное существо что делает? Оставляю его тоже на полпути. Компрессор, блин. Это вот мой мерз. Приходится, конечно, оставить его на время. Мне до 19 числа срочно надо в Донецке быть. У меня вчера приятная новость была. Так. Короче, надо лобовуху менять. Капот красить и передний буфер. Салончик постараемся. Это уже чисто для меня на память, чтобы я не забывал о ней. А то уеду, еще брошу. Ни хрена не видно. Ну, я ж ее помню, короче, я ее не забыл. Вот такие дела. Кто еще приехал? Пожелали. Кого мордёс? Сма, Гасулеби Ярьян. СНИ? Тетри. Кик, цему вас габси, берти нахи, я вас ахши хуарари. Фру, урек ау, телефони гад шули я. Ара, зма, хавак, я тетекла. О, эсэги, имитомац гад шули я, кега чаму.
Лучше. Ну, я думаю, на этом все. Телефон за вице патра ведется. Продолжение ждет. Смотри, что гадах ты лига, маги спули. Блин, поехали тоже. Жалко машинку оставлять. Вот еще все эти вот эффекты. Смотри, тут пули гадах ты лига, какая проблема он да их осы. Все эффекты, блин. Ну да, это надо, чтобы закончили мы эту работу, и потом все будет видно. Эрти, нахер, мог солнце, ар мог солнце. Саргичан? Просто пытаюсь чисто для себя, ну, запечатлеть. Диски будут меняться. Позвал, нахер, турам ярмок солнце, ров, я вот ров гадаю потом. О. Да. Ну, морда безумная. Давай этот тоже арьелятом зафиксируем. Это вот в горе был произведен этот автомобиль. Арьелятом называется. Ну, правда, есть недоработки. Короче, когда мы закончим машину, она будет выглядеть вот так вот. Счастливо всем. До встречи в Украине, как говорится.